Мы продолжаем с вами проходить Far Cry 4. Прошли мы с вами чуть-чуть. Прошли мы с вами занять двух дурачков, которые в нашем доме поселились, какого-то хера, да? И живут какие-то хера рядом с нами. Ну ладно. Много чего нового увидели, интересно, красивого даже. Не видел, посмотри прошлую серию обязательно. Ссылка находится в описании. Подсказки там справа вверху, там, или высоте знак, только будет в белом кругу, или чуть ниже описание спускаешь, там вот тоже те же самые подсказки. Прикольная прошлая серия будет, и плейлист также с полным прошением данной игры. Обязательно посмотри. Игрушка довольно-таки интересная. Вот еще мы с тобой прошли, ну ты знаешь, да, мы с тобой прошли Far Cry 3 и Far Cry 3 Blood Dragon, что-то типа того, да, короткая игра, но прикольная. Мне понравилось, она прям драйвовая и довольно-таки коротенькая. Ладно, это Far Cry 4, собственно, поэтому зачем подумать, кушать пачебриков физи или пить воды, поэтому просмотрим, собственно, продолжаем проходить данную игру. О, привет! Так, бля, так получше. Так, мы... нет. Так получше, наверное, будет. Не слишком резко, блять. Так, мы с тобой остановились, собственно, вот здесь. Как ни странно, наверное, погромче, да? Так. Погромче, да? Собственно, с тобой остановились здесь. Что у нас здесь? Давай. А, там. Блин, я не знаю, как эти звуки убрать. Короче, там. Сейчас я зайду сюда в этот. Вот этот шкафчик, да, чтобы там поторговать, что-то купить. Там звуков не будет, а там буду молчать, потому что за эти звуки, вот эти, которые в меню есть. Ну, сейчас покажу. Ну. Короче, вы знаете, я так говорил, тут знает там такие звуки есть просто. И за эти звуки почему-то присылают АП-шку. Чтоб АП-шки не было, к сожалению, будет так. Ну, что поделать? Не, как бы не моя вина, я тут не виноват. Я тебе все равно говорю. Так. А, собственно, у нас чувство будет. Этот есть, это. Все, что ли? А, да, мы с тобой же только с двумя оружием проходим, точно. Я сюда просто давно не заходил. Мы с тобой проходим всего лишь с двумя оружками, тогда всю игру. Эти парни в капюшонах быстрее и опаснее солдат мина. И говорят со зверями. Правда? Так лагерь обнаружили? Еще бы. Даже младенцы знали, что там лагерь повстанцев. А Пейган и подавно. Окей, спасибо за инфу. Так, мы с тобой проходим с двумя оружками всего. Вот с пистолетом. Сейчас покажу. Собственно, блять, ну и... Ладно. Куда нам? А, нам на звездочку, да? Давай сейчас чуть-чуть сюда отбежим. Блин, давно сюда не заходил. Очень давно, ребят, не заходил. Прошу прощения, но вот... Как-то вот так. Я просто пачками записал до этого видос, и... Дабы они... Ну, не копились, да, у меня. Вот. Я выкладываю сразу. Оп, 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 записал пачка и выкладываю потом все же. Барабан. Так, хорошо, подожди, давай. Можно же я достать? Бля, серьезно. Так, молотов давай. А, это не то. Вот молотов. Во! Мы с тобой проходим, собственно, вот с этим оружием. Да. И вот с этим. То есть с юспом и с слонобоем. О! На, ёпта! Поехали. Надо бы подпривыкнуть чуть-чуть к этому. А, херо. Подпривыкнуть должен чуть-чуть к этому вообще управлению. Давно, я говорю, давно сегодня не заходил, вообще давно. То есть, ну, если вы видели недавно серию, то я, считайте, ну, сколько, наверное, недели, две или три не заходил. Ну, вот в эту игру, да? Потому что у нас с вами еще другие игры есть, ну, ладно. Так. Подали вот на эту букву А. Нам как раз с тобой по пути. Как раз с тобой вышечку откроем. Почему бы нет? Бля, надеюсь, за эту музыку не будет никаких хп-шек, да, потому что оно... Мне не надо, я вроде выключил музыку, если что. Вашему другу или родичу нужна работа?
Пусть идет в трудовой лагерь «Дети будущего». Занимаются все кандидаты. Опыт работы не требуется. Ты прикинь, халяв на работу. Мы обеспечим долгосрочную занятость. О, вот дрифтом. Да. Мы работу-то предлагают, да. Ты прав? Серьезно? Я тебе серьезно говорю. Работу-то предлагают. Что это, блядь? Как-то забраться-то, подожди. О, ёпта, что это? Это что такое вообще, блядь? Кто? Где кто? Кто? А вон дурачок, да? Что, блядь? Но вот это вот... Вот это С все-таки не очень-то и это... Уничтожьте? Конечно, уничтожим, блядь. Ах, мне на нем ехать куда-то. На вот у меня на С русскую, да, вот это вот, собственно, как говорится, да, вот. Идут эти... Как это называется-то, блядь? Ну, эти самые, ну, приседать вот так. Бежим! Пожар! Это что было? Покедова, блядь. Кто? Ебать, за меня волки были? Бля, мужик, я тебя не вижу вообще. Ой, иди сюда, все, давай. На, ёпта. Смотри, как отлетел, да? Навыки. Попозже еще, давай чуть попозже с тобой этим займемся. Как раз, да, быстренько их оболтаем. Бля, серьезно, их тут сколько, бесконечности или что, не пойму. Так, давай-ка. Кто? С каждым уничтоженным грузовиком ты все больше ослабляешь врага. Спасибо, брат. А, ну похер, ну ладно, сейчас поднимемся. Сейчас не переживай, сейчас мы, собственно, тобой поднимемся. Тихо, волки. Маря, опа, нахуй. Прошу прощения, волки, извините. Так надо было. То, что вы на меня нападали? Вы сначала за меня, потом... Блядь. Серьезно, нахуй. Да иди ты в пизду, ёпты. Блядь, серьезно, нахуй. Так, подожди-ка, блядь. Да все. Как ты меня видишь-то? Бля, все аптечки за него потратил. Все. Туда, блядь. Куда тебе не нужно. Сейчас, мальчик. Сейчас, поднимусь. Сейчас. Бля, ну, так, кстати, информацию беру, у меня аптечек нету, если что. Гейл, выходи, я тебя убью. Кто кого сначала, давай. Блядь, снайперы, это вообще жесть, забейте, вообще в играх вообще любых. Куда ты идешь? А куда как? А как? А, вот здесь что ли? Здесь, собственно, ничего я не вижу такого. Ну ш... Я знаю, ты там. Угу. Да, знаешь. Что? Ну ладно. Тихо.
Шо, нормально, да, оружие, да? Хорошее же, хорошее. Опачки, а это нам надо. Так, ну нам с тобой подожди. О, это хорошо. Так, что это? А, мне это не нужно. Ой, как хорошо тут дают, да? Так, что у нас здесь? Давай читать. А.К. Получатель. Капрал Милан Синг. Капрал, разведчики сообщили нам об активности Золотого Пути в районе башни Пандхан. Представьте мое удивление, когда проезжая там, я обнаружил башню совершенно неохраняемой. Судя по пустым бутылкам, ваши люди неплохо там развлекаются. Не дайте тихой безмятежности Тиртхи обмануть вас. Золотой Путь — это серьезная угроза. Донесите это до своих солдат. Да здравствует король Мин. Лейтенант Рамдан Сандхар. Да. Собственно, письмо отправили. Собственно, сказали, ты это, ну, смотри, собственно, там, ну, шо да как, если что. Предупредил, грубо говоря, да? Предупредил. Так, ладно, нам с тобой на вышечку нужно. Прям очень. Не понял. Очень быстро. Вот, пока говорю очень, уже половину суток прошли, собственно, да? Ну, да. Так, бля, надо на контрол. Да, надо на контрол. Да. Надо на контрол с собой сделать, чтобы... Да. Да ты можешь замолчать тоже, а? Говорю, надо это, собственно... Бля, мать, ты задолбала реально, ну, как бы... Конечно, надо контрол это, понимаешь, контрол, чтобы нажимать, чтобы оп, присаживаться, да, чтобы на карпаны садиться, собственно, да, нам стоит. А то на S как бы неудобно вообще, я привык к контролу. Так. Ну, ладно. Я хотел тут крылья. Ну, ты понял, да? Ну, костюм крыло, как грубо говоря. А сейчас получится? О, на shift. Хорошо. Мы с тобой, собственно, уже подъезжаем. Да куда ты? Вот так нам разобрать. Раз. Добрый вечер. Иди сюда. Ну, ладно. А я не докинул. Подожди, а зачем я это все трачу? Я же могу вот так просто сделать все. Я про это и забыл даже. Ну, ладно. Так, ну, Во. Собственно, у нас с тобой все выполнено. Да ёппи. Все, пакетов, пацаны. Блядь, мне нужно. Ладно. Да-ка, быстренько сгоняю сейчас обратно. Безопасно-то возьму и, собственно, вернусь. И вот так. Смотри, вот так. И раз, и все уже. И, собственно, я почти уже около зарданица, да. Ну, сколько, 30 метров осталось. Тут там что проехало. Я уже все сделал, собственно, поменял даже, смотри, оп, на контрол. Опа, видишь, ты видел. Вот, и хпшечку тоже поменял. Ну, чтобы хпшечку поменять, там на контрол оставил, я поменял на другую кнопочку. Собственно, да. О, сюда. Куда она там летит-то?
А, так мы, наверное, так можем, нет? Да? Чё, его нет, да, собственно? Ты просто так, что ли, покупал, что ли? Костюм крыло-то? Вроде нет. А, нихуя. Опа. И раз, оп, все. Ну что, пацаны, здорово. Что ты, как ты? Ну что ты? Ну что? Расскажешь что-нибудь нового? Не? Просто охраняешь, ну ладно. Хе. А ты в курсе? Она себя фоткает на мыльницу. Сегодня умирать на мосты. Ну, мосты, а ты в курсе, что нельзя фоткаться вообще-то? Ты в курсе? Нет, ты в курсе? Ты вообще-то охраняемый дом, ты в курсе, что нельзя? Нельзя вообще-то. Потому что ты неправильно фоткаешь, ты фоткала вон, вот, вот это вот все. Аджай, вид. Соскучился? Ты тут мне не заговаривай зубы, нельзя фоткаться. Еще раз увижу, как бы доложу. Знаешь, начальство, да-да-да. Как бы нельзя фоткаться. Ты вот вид красивый фоткала, да? Ну, как Привет. Бы такое. Пока. Да, то смотри, фоткается. Так, ладно, погнали. Что ты наделал, Аджай? Думал, что спасаешь мир? Подумай головой. Поля, что ты сжег, были нашим будущим. Лекарства, книги, нормальная больница. А что ты бычишь-то? Но нет. Сабал сказал, опиум плохо, и Аджай тут же схватил факел. Ну так я с ним согласен вообще-то. Что такое? За живое задело? Не привык, что тебя такого чудесного критикуют? Ты не видел Кират до войны. Мне было 6 лет, когда мне выбрали мужа. 6! Вот какой Кират нужен Сабалу. А тебе какой? Я не то. Намного хуже, может, нет? Пойми, Сабал не тот, кем хочет казаться. Раз он такой великий хранитель традиции, почему не отправил тебя охранять статую Киры? Кого? Статую Киры. Пол приказал уничтожить их. Хочет настроить народ против золотого пти. А это нам ни к чему. Что-то бакануло еще. Прикинь, бакануло. Понятно все. Говорит, он хочет плохой это, да, будущего, а сама хочет чего? Как бы, ну... Ну, не лучше, знаешь, что, блядь, будущее. Так что давай-ка, ну, это, ну, самое, да, ну, это. Не заговаривай мне зубы, не заговаривай мне зубы. А если ты скажешь, что, почему тогда, я тебе скажу, посмотри, потому что там было, там все было сказано, да, сразу. Там, как бы, они оба, знаешь, хорошо, как бы, да. Поэтому я бы, знаешь, особо так бы, ну, не... Ну, сюда? Как тут забраться-то, блядь? Не понял. Ага. Так. Я как бы, да, собственно, знаешь, им обоим бы так, ну, сильно не верил, потому что оба как бы хороши, реально хороши. А куда нам ехать? А? Ну, там был, ну, нормальный путь, а я решил, ну, в объезд, знаешь. Ну, так, а чё бы нет, да, собственно, прокатиться на мотике, почему бы нет. Давай уже, ну. Ещё зажимать на кнопку, понятно. А вот, как-то так, да, как-то так. А вот, что могу сказать тебе еще там? Как у тебя вообще дела, да? Все хорошо. Надеюсь, все хорошо, все прекрасно, надеюсь, тебе все прям, ну, суперски. Потому что, ну, как бы наш гусей тоже такой себе, ну, как бы, ну, такое, на самом деле, правда. Такое себе, правда, ну, не очень. Согласись. Одно дело, когда радостно, другое дело, когда ты, ну, грустно. Согласен? Радостно быть намного
лучше, наверное, дальше грустно. Хотя, и, знаешь, для баланса и то должно быть. Поэтому, ну, в меру. Так что с Майком аккуратнее. Так, а мы, собственно, подъезжаем уже к заданицу. Мне надо сейчас защитить, да, что-то. Пящие святые, понятно. Так вот надо, ну, убрать. Аджай Гейл, человек с золотым именем. Это кто? Кто-кто? Диджей в пальто. Ты что, не узнаешь мой голос? А должен? Голос радио «Свободный Кират». Это Раби Рейрана. Что еще здесь было? Мы удалили, конечно, лаганули. На время еще, Кому там? Блядь, я давно в это не играл, Знаешь, что, блядь? Ладно, погнали. От меня не уйдешь, Аджай! Блядь, ну, ты что, перекатываешься, что? Не понял. Ой-ой-ой-ой, тихо, мальчик. Давай. Ща, подожди. Блин. Ну ты серьезно сейчас? Где, блядь, не вижу. А где он? Наверное, нет, наверху. Покажи, на что способен. Давай. А где-то? Наверху где-то. Бля, вот это зажимать, конечно, ничуть неудобно. Я полностью восстановим сейчас. А, мне 2 патрона осталось. Добрый вечер. И тут 5 патронов. Ну ладно. Ничего, опа, патрончики. Блин, что-то сейчас здесь будет очень жарко, мне кажется. Очень жарко. Дай-ка я вот так сейчас сделаю. Давай туда. Че нет-то когда да? Ой, блядь, что? Поехали. Нате, гренку вам. На нах. Хорошо, да, было? Куда ты лезешь? Пошла гренка. Разойдись.
Бомс. Идем на подмогу. Куда ты? Куда ты? Куда ты, мальчик? Куда ты? Куда ты? Куда? На, ёпта. Ой-ой-ой-ой-ой, ты чё, ты чё, ты чё, мразь? Где он там? Тварь. Поехали. Иди, 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 иди. На, ёпта. Куда ты? Здорово. Мы сможем. Как нравится. А тебе? Ебать, 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 ебать. Тихо, ребята, тихо. Давай, мужик. Куда ты? Не пизда, как будто бы. Я тебя живьем сожгу. Давай. Покажи это, блядь. Я раскрою тебе череп. Так понимаю, нужно, да, взять это. А что мне нужно взять, я не пойму. А вот. Да ебать твой. Бля. Здорово. Поехали. На, ёпта. Не понял. Что это, блядь, происходит? У меня один заряд остался. Что? Давай. На, ёпта. Бам, блядь. Прям ровно туда, куда я целился. Как говорится. Сделано. Спасибо, брат. Эти статуи душа не рада. Пора зажечь жаровни, чтобы напомнить людям о том, что их защищает Кира. Сабал, как мне добраться до этих сраных жаровин? Лезь, брат, лезь. Зажги жаровни. Еще там один остался только. Али, дай. Кого ты, что ты делаешь? Это не снайпер, надеюсь? А, все. Понял. Такое ощущение, что снайпер, да, целит вообще. Да ищи, мальчик. Я тебя быстрее найду, ты в курсе? Кто же? Что, нашли? Я вас первый нашел.
Долбанул, да. Еще кто-то, блядь. Блин, патронов вообще нет еще, ну так. На всякий случай говорю. Ой-ой-ой, а есть что-то, ребята, у вас? Патрон реально нету больше? Каких патронов нету? Ой-ой-ой, ты чё? Ща-ща-ща. О, паптичка. И раз. Оп. Оп-оп-оп-оп-оп. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Где вы? Ну где? На, ёпта. Шо, шо с лицом, нормально все? Ой, нихуя. А, ну патрон тоже. Ну жалко, жалко. А вот какие патроны есть. Это не то. А где патроны, почему-то я взорвал, нечаянно, прикинь. Ну просто так само собой получилось, понимаешь? Просто, ну само так просто получилось, реально. Давай тогда дробаш, что это возьмем, чё бы нет. Просто хилки уходят только так, я тебе говорю, хилки уходят только так. Не понял. Подожди. Давай вот его возьмем на всякий случай, пока что. Опа. Опа, Патрик. Чего себе? Тихо. Подожди, я что-то не то взял, что ли? Блять. Ой, боже. Я что-то не то явно взял. О, дай. А патронов здесь нет. Один хуй. Он где-то тут. А, у меня типа пистолет. Окей, ладно. Ну. 50 на 50 тогда будет, окей. Помогите его найти. Устанешь искать, мальчик, устанешь. Да я сейчас туда приду, подожди. Вот, они ушли что ли куда-то? А, ну ладно. Смотри, хочешь покажу прикол? Аджай, нужно увидеть. Пакет, давай, ребят. Подробности не по радио. Жду тебя. Чё ты делаешь? Я в шоке. Аджай, нужно увидеть. Да, сейчас увидимся. Подробности не по радио. Сейчас. Где она, ты знаешь. Да.
Так, ладно, купили с тобой. Куда же мы все пойдем? Погнали к Лонгину. Эти парни в капюшонах быстрее и опаснее солдат Мина. И говорят со зверями. Правда? Я их, кстати, видел. Ты в курсе? Да. Забавно. Так. Помогите! Что такое? А мне не, я не могу, у меня кнопочки нету. Извини. Так, что? Аджай, рад, что ты вернулся. Я тебя не знаю. Прости. Так, ну что, собственно? Давайте как тогда доберусь до миссии, да, собственно, до Лонгина. Вот этого, который, да. Который, ну, вроде нормально, а вроде и нет, как бы, знаете, 50 на 50. Вот, когда доберусь до него, то, собственно, включи, чтобы не затягивать хронометраж. Все, все, пока, пока, блядь, сам такой. Мы куда стой зашли вообще? Что это? Отстань, я же, ребят, я уже пришел. Задание. Да отстаньте! Блять, не понимаешь, что ли, нормально? Прости, Тигр, но. Иду, отстань, нет, ты лезешь, лезешь, лезешь. Ну, что это такое вообще? Причем свой, собственно, к Лонгину. Давай, заданица. О, уже время, кстати, нормально так прошло. Даже не заметил, даже не заметил. Имеющие уши да услышь. Откровение. 13:9. Я готовлюсь к проповеди. Да, впечатляет. И ужаснется мир, и узрит дела Господни, и удивится делам его. А для тебя еще одна заблудшая овца. Найди, проследи и принеси, что найдешь. Вообще есть смысл задание делать? Войди, принеси. Найди, принеси, найди, отнеси. Вот это ж. Ладно, окей. О, слон. Крепление. Крепости представляют из себя хорошо защищенный аванпост с ее еще большим количеством войск и более надежным укреплением. Прилети друга, и вы сможете вместе штурмовать. А, хорошо. Слушай внимательно. Давай на слон. У него там очень мощная крепость. Стой, слон. Пока Деплёр в порядке, защиту не пробить.
Стоям, подай на тебе верхом поеду-то. О, поехали. Смотри, на слонике покатаемся. Бля, смотри, на слоне реально едем. Ничего себе. Поехали, слоник. Поехали, по воде сможешь? Ладно, я понял. О, прикольно, зла не кататься, прикольно. Да отстань ты от меня-то, ёпты. Блять, он так далеко по мне попадает, норм. Все хорошо. Блять, я надоел. Ну, хоть здесь. Хотя бы здесь. Ой, здесь много. О, Мишка, давай, здесь. Пошел. Да, это я. Ну шо. Прикрой, перезаряжаюсь. Прикройте, спускаюсь. Понял. Еще один стрель зареспаунился. Не надо, Мишка, не надо. Да, все хорошо, мужик, все хорошо. Блять, ты что? Нет. Блять, медведь. Да. Не, ладно, это было я, знаешь, но я бы помог, ну ладно, спасибо, но вот это вот было неприятно, знаешь, блядь. Да, ну поехали.
Пошел, пошел, пошел. Хорош. Смотри, смотри, пошел, пошел наверх. Ой-ой-ой. За нами хвост. Надо что-то делать. Да. А где он у нас что-то делал с этим укреплением? Да, какой-то варюга проник. Найди его. Какой? Ну ты серьезно, мужик. Боже. Это мне, конечно, очень нравится в Far Cry. Пешки только так улетают. Спасибо, медведь, ты мне помог. Ну, то есть, я? Такая всегда шутка волнула. Ой, блядь, не, Мишка молодец, Мишка молодец. Спасибо ему. Я. Так, ну поехали, чё. Что, стелс? А ты? Он не должен уйти! Бенджо! Противник! Я тебя живьем сожгу! Кого? Это кому говоришь? Ну вот и все, собственно. Вот и поговорили, ребятки. Вот и поговорили. Я их так сильно тоже лутать не буду, знаешь ли. Мы что, с одним оружием уже проходим, да? Вот только с этими двумя оружиями уникальными проходим с тобой игру. Поэтому... Смотри, сейчас вот так делаешь. Пока. Себастьян дал нормально, да, так? Хорошо дал Себастьяну. Оставьте назначенное место. Хорошо. Ау, тут что-то я тоже есть, слышишь? Тут что-то есть. Барабан? Да. Так, ну поехали, что поехали. Собственно, и все. Компенсация. Как дела, Джай? Кто? Кто это говорит? А, ты как здесь появилась? Да вот, когда на тебя будут смотреть, собственно, да, вот так. Намасте. Пусть на тебя посмотрит, собственно, да. А, время-то уже, да, нам, как бы, надо заканчивать, собственно. Спасибо за просмотр, это Серик Лопринс, все. Вот, то есть, все ссылочки в описании, полрис тоже находится там. Полное прожение данной игры, поэтому посмотри обязательно, да, если не видел. Вот, спасибо за просмотр, это Серик Лопринс, все, увидимся в следующих сериях. Давайте.